Всем привет, это СБ1813, или просто мы продолжаем реакции из пачки реакции. Сейчас будет такая группа, как Desert, и их трек Чо-Чо, наверное. Вот, и я, как обычно, по-японски не умею читать, поэтому так. Посоветовал комментатор школы посмотреть их. Это, кстати, не новый трек. Вот, 18-го вроде года, как меня, если YouTube не обманывает. И там почему-то, кстати, тоже не самое лучшее качество. Я не знаю, почему в 18-м году вроде все научились делать в качестве 1080, но... Короче, посмотрим. На Desert я уже делал реакцию. Одну или не одну, я не помню сейчас, насколько я на них делал реакцию, но я про них говорю, что они достаточно прикольные группы, VK-щики, да, и достаточно странные VK-щики, то есть не как остальные. Они даже в плане внешнего вида отличаются от других, скажем, а про музыку я вообще молчу. То есть в музыке они много чего мешают, то есть там есть вполне неплохая музафак, в принципе, такие достаточно лиричные треки, и, в принципе, экспериментов много у них, так что их всегда, опять же, послушать самое то. Так что давайте сейчас послушаем. Я у них клипы, кстати, особо не смотрел, что на моей памяти, я у них знаю клипы 4, дай бог, 5. Вот, треков вроде побольше у них слышал, но все равно вот так вот сейчас на скидку не вспомню. Как. Тем более я не запоминаю треки, которые называются по-японски, я думаю, понятно почему. Вот, так что давайте сейчас оценим и клип, и трек. Вот, собственно, поехали. Ну вот, опять такой. Вот как интересно этот жанр называется у них. Тут в Японии еще любят такое играть, на самом деле. Просто пост-стропком это не назовешь. Пост-панком тоже. А называть это просто каким-то альт-роком, это как-то, не знаю, это даже не слишком хорошо для обычного альт-рока. Ну да ладно. Ну вот такие треки у них, которые тяжелые, очень прикольные. Не помню, знаю этот трек или нет. Ну, почти что не крутой. Почему-то напомнило газет, именно старых, да, да, это очень напомнило мне старых газет. Хотя в целом группа на газет не особо похожа. Особенно их басист, который уделывает рейду по всем парам. Тогда я
Так, ну вот, мы посмотрели клип, послушали трек. Не буду его называть еще раз, потому что, наверное, скажу неправильно, от группы Desert, который посоветовал комментатор Школна. Супер, супер, мне все понравилось. Ну, как бы, вот, да, тот самый Desert, который я тогда говорил еще в той реакции, что, типа, вот у них есть такие треки, в принципе, достаточно легкие, вот, без метального звука, без вот этого всего. Ну, такой альтрачок, именно чисто японский, визуалкейный, да, я не знаю, я, по-моему, тоже об этом говорю, что именно VK почему-то существует как будто бы, как в жанре какая-то вот такая штука, что вот именно они играют очень похожи, именно вот такие треки, например. То есть потому что у других японцев, например, опять же, там рок, метал групп, я вот именно таких треков редко слышал. Обычно все-таки треки — это такие типа аниме-опенинги, да, но они редкие, они и пишутся как аниме-опенинги, то есть обычно так именно вот VK или VK. Но может это у меня какое-то заблуждение, просто переслушать японскую музыку побольше, хотя я вроде и так дофига слушаю. Короче, не, все супер, я даже не знаю, что сказать, это прям вот, ну, не тяжелый Desert, но как бы от этого он хуже не становится, может быть, даже в каком-то плане намного лучше. Тут очень крутая бас-партия, вообще их басист очень прикольный. Мне еще очень нравится, что он как не совсем походит под VK, вот эту составляющую. Он, блин, большой. Вот, еще и бородатый, и как бы... Но при этом он так хорошо вписывается, на самом деле, в общий стиль, что очень круто. Вот тут у него, короче, бас-партия супер крутая, я его слушал и балдел. Но при этом как бы и все остальные партии. То есть и ударник там очень хороший. Бит сделал, и как бы и гитарист тоже, у него особенно вот эта партия основная, очень приятненькая. Ну, Калист молодец, в принципе, тоже, опять же. Так что я даже не знаю, что сказать, хорошая песня, клип вполне, кстати, тоже приятный, то есть они там стояли, поиграли на фоне, что эта девушка с противогазом. Так что, как бы, отлично, отлично. И, в принципе, наверное, все, спасибо, кто посмотрит реакцию, ссылочки, писали, нравится, нравится, сами все знаете. Я просто реально не знаю, было бы что-то такое, за что ухватиться, а тут как бы просто все хорошо. Так что Desert молодцы, надо будет обязательно их послушать, наверное, мне на днях, потому что я все-таки им дискографию полностью у них не слушал. И вот стоит, наверное, это изменить. Кстати, интересно, почему я не слушал дискографию до сих пор полноценно. Ну да ладно. Короче, все, наверное, переходим к следующей реакции. Я пошел, пока.